Привет! Эт, Реборн! На одном из моих последних стримов мой подписчик Майкл через донатик, за что ему огромное спасибо, просил меня посмотреть ролик с канала Пасил, или как я не знаю, это считается. Ролик называется 200 мемес in one songs. 200. Почему тогда one написал, сказал с одного? Вот, точнее, по-английски. Короче говоря, 200 мемов в одной песне. Я с мемами не дружу практически, поэтому, скорее всего, ни одного мема не узнаю. Но, может быть, один какой-нибудь из 200-то все-таки мне будет известен. Но давайте посмотрим. Думаю, будет музыка какая-то интересная, наверное. Поехали! Это не мем, это же вступительное, это, ну, когда загружаешь Windows XP, ты еще, почему мем-то? Ну, ладно. Амогус. О, это знаем. Ладно, я уже два узнал, хорошо. Блин, что-то знакомо было. Блин, это же не гига, что-то, блин, как, откуда, из какого-то аниме как будто бы музыка. Или что, откуда, не помню. И это знаю. Веллерман, кто это? Ой, шикарно. Аллилуйя. Неплохо. Блин, и чувак это все это запомнил? О. Шикарно. Google Books Gram Viewer. Что это? О, неплохо. А, это новый рэпчик этого, скалы. Тут, по-моему, даже не мема на самом деле, а просто это какие-то события. Ну, не только точнее мема, но еще и всякие события, известные такие ссылочки. Оп-оп-оп-оп-оп, это знаем. Очень такой грустный. О! Блин, у меня мурашки по коже постоянно от этой песни. В любом это, типа, ее исполнении, типа в оригинале, даже вот в этом меме. Обожаю ее. О! Неплохо. Блин, шикарно чувак играет. Нормас. Это что такое? Блин, это разве попкорн сонг называется? Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Блин, я не помню оригинал, кто поет. Ику-ику. Тетрис. Шикардос. Калинка. Вот эти вот здоровые лбы. Шикарно. Москву. Нифига себе, это прям такой этот момент с русскими песенками. Аж целых три подряд. Распутин. Это не тот Путин, ты чё? Хорош! Это прям хорошо! О. Я не понимаю, типа, а чё так много русского? Не понял. Он как-то знаком с Россией или что? Типа, напишите в комментариях, это забавно, это, блин, на самом деле прям очень круто. Когда, типа, иностранные ютуберы делают что-то с Россией связанное дело. И оказывается, большинство знаю пока что. Шикарно. И это шикарно. Офигенно. Я думал, тут реально будут какие-то прям мемы, типа, какие-то, наверное, американские, которых я вообще ничего не слышал. А это здесь просто известные песни, оказывается, тоже есть. Господи, это шикарно. О! Тоже классный трек.
блин, еще и то, что переодевается, вообще круто. Мизем? Что за мизем? О. Ой, прям умиротворение такое сразу. Run. Охренеть! Блин, это прям это вообще эпик. Блин, шикарно! Ну, кстати, эту песню послушайте, него, мне, по-моему, она крутая. Такой вырез! Шикарно! Чувак просто гений, он все это так слепил воедино, и получилось реально прям как будто бы полноценная музыка, шикарно. Нормас. О, нифига себе. О, тоже шикарно. У меня прям слезы наворачиваются, я обожаю эту музыку. Раста продайс. Офигенно. О! Блин, это прям круто сделано. О, шикардос! Маска крутая! Я бы умел голова у него подольше послушал. Как это могло, это типа без этого обойтись, да? Тролло. О, это что такое? А, ну я знаю эту песню. Бенни Хилл вот под это подставили. Это надо додуматься. Охренеть. О, Макарена, блин! А что такое? А, тоже знакомая песня. Я, оказывается, тут все знаю практически. Ну, типа, вообще, всю музыку, типа, слышал уже давно. А я думаю, еще не угадаю. Давно я их не слышал. Они вообще что-нибудь сейчас делают еще или нет? О, а, ничего, шикарно. Офигенный трек. Да уж классно. Сагео, о.
Офигенно. Блин, вот вы увидите где-нибудь список всех этих песен, которые он здесь вставлял, потому что... А, тут, оказывается, он есть. Все, окей, ладно, я это буду все переслушивать по ходу. Шикарный тоже трек. О, Скэтман. Нума-нума. Офигенно. Это Озон же. О. О. Классно бегает. Это прям мое детство тоже, блин. О, знаем. Блин, чувак просто гений. Какая странная маска. О, офигеть. Это как будто просто Gangsta Paradise, разве нет? Ой, шикарный трек. Помню, я его на репите несколько дней слушал, наверное, подряд. Офигенно. Джеффа Безоса есть сон? Песня? Охренеть, я такого не слышал. Но имеется в виду вот эту переделку. Orange Nine Night Style. Офигеть. Шикардос. Тут половина песен, блин, из моего, ну не то что детства, типа... Которую я слушал, когда был все-таки помладше. Это прям офигеть, какая ностальгия. Это Рикардо Милос песня? Тема? Это ж, по-моему, какая-то... На-н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 а. Что-то, по-моему, даже в России кто-то исполнял под эту музыку песню. Ой, да. Ой, забыл, как зовут чувака. Шикарно тоже трек был. О! Блин, офигенно. Чё-то вот это не помню. Классно. А кто эту песню вот написал? Скажите, пожалуйста, сейчас. О, это шикарно. Офигенно просто. Что-то это какие-то незнакомые какие-то. Чикен Йоден. Тоже знакомые. Спамить курицы. Они взорвались там. Такое лицо. Как он? Не знаю, что такое. По-моему.
помню эту фигню. Неплохо. Стонс. Шикарно. Или ты пёс, хер его знает. Но я имею в виду маска. Неплохо. Шикарный трек тоже. О. Не помню, что за песня. Ты странная. Из такой романтичной сразу веселый перешел. Dancing. О, тоже классный трек. Блин, как много офигенной музыки здесь вспоминаю, а, с этим чуваком. Шуба. А, знаю. Элёрн. Нормально. Как упоротая корова. Супер Айдол? А это чья песня? Звучит красиво, но я не помню, что это. Шикардос. Офигенно. О! Это что, Питипай? Такое. Они так смешно обижаются на это слово. Точнее, не готовят. О, беляешь? Не помню, что за песня. Шикарно. О! Офигеть! Не помню такого. Это разве иллюминат? Это, по-моему, этот как секретный материал, разве? О, неплохо. Саксофон. А. Не знаю, что такое, но звучит классно. Оба-да. Найс. Там есть какое-то продолжение, что ли, не знал? О, классный трек тоже. Офигенно. Пицца-тема там есть была, разве? Не помню такого. Вообще не помню там эту музыки. Откуда ты узнал костюмов? А, что-то припоминаю теперь. Офигенно. О,
О! Что за скот? Не знаю, что такое. Что знакомый, не помню все равно. I don't want peace. I want problems always. О, Рокки? Блин, офигенно, прям мураки. Тоже шикарно просто так. Обожаю его. Офигенно. Блин, не помню эту песню, но звучит классно тоже. О! Запомнил. Я не замечаю склеек, но, скорее всего, они есть. Потому что, типа, запомнить такую длинную песню, это практически нереально, мне кажется. Ну, может, реально, но сложно очень. О, это очень классный трек. Это откуда? Звучит красиво. О-о-о! Очень нравится этот трек. О, блин, офигенно. Прям такая ностальгия по из этого видоса. Что происходит? О, Эминем. Гена тоже. Бедный киса. Что это такое было? Это шикарно тоже трек. Как Пикачу под имперский марш. О! Тоже ностальгия прям. Давно не слышал. Спарта! Помню это тоже. Офигенно. Там его рук почти не видно. Это просто офигенная песня. Это же этот, блин, как зовут-то? Не вспомню, но музыка классная. Песня классная. Dragon Force, во! О! Шикардон! Так, еще ж последнее будет. Началось виндой и закончилось виндой. Я ему даже похлопаю, это прям реально просто офигенно, прям как будто бы целый концерт какой-то прослушал. Шикарно, чувак, просто мега талантлив, это просто восхитительно. Я, наверное, половину из этих песен буду переслушивать как-нибудь попозже. О, что? Ему дали, короче, авторские права на его же песню. Какого хрена это как работает? Это, по-моему, очень странная фигня. Короче, это шикарно просто получилось. Огромное спасибо Пасилю. Я не знаю, как произнести его ник, но это было восхитительно. Огромное спасибо Майклу. Я поднял настроение себе, хотя здесь, ну как бы это не какой-то не юмор, ничего-то такое. Это просто восхитительно. У чувака талант просто до небес. Шикарно. Мне очень, блин, зашло. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.